В очереди к врачу несколько десятков человек. Многие приехали издалека, из поселка Преображения или Большого Камня. Ведь ближайший к ним онколог принимает здесь, в Находке. При этом некоторые из пациентов сегодня своего приема не дождутся. Ведь времени у врача на всех не хватает. Нам надо бы еще взять одного-двух врачей, их просто некуда под, наверное, посадить. Нет кабинета, им негде просто вести прием. Это самая большая проблема. Сейчас Находки создают новое первичное онкологическое отделение. Оно сможет принять 4 раза больше пациентов. Ремонт помещения уже сделали. Освещение, водоснабжение, канализация. Конечно, особую гордость – это вентиляция, которая соответствует всем требованиям необходимым. Врачи уверяют, новое онкоотделение нужно открывать как можно скорее. Согласно статистике, заболеваемость онкологией в крае за 10 лет увеличилась в 2 раза и продолжает расти. Чтобы открыть новое отделение, пришлось привлекать деньги со стороны. Руководство больницы обратилось за помощью к находкинским бизнесменам. Откликнулись 4 компании. На благое дело они пожертвовали уже 3,5 миллиона рублей. За каждый потраченный рубль руководство больницы перед предпринимателями отчитывается. Для этого проводят заседание попечительского совета. Мы очень благодарны тем спонсорам, которые сегодня повернулись лицом от нашей городской больницы к этому проекту. Я думаю, что это будет большая помощь нашим горожанам, и не только нашим, но и всему Южному Приморью. Сбор средств продолжается. Чтобы завершить проект, руководству больницы нужно найти еще 9 миллионов рублей. Ведь в отремонтированные помещения нужно закупать оборудование и медицинскую мебель. Всеволод Крапивин, Денис Русаков, «Панорама».